Здравствуйте, с вами Валентина. Я сегодня хочу побаловать своих внуков куриными ножками и перевертышами. По-разному называют их бонбоны, перевертыши. Во-первых, это очень необычно будет для них, потому что у них плохой аппетит. Это будет очень красиво выглядеть на блюде. Очень будет удобно брать и кушать за эту ножку. Ну и, конечно же, будет вкуснятина. Мы сегодня будем делать гарнир с рисом. Вот, так что давайте приступим. Так как я готовлю для внуков, то у меня будет минимум специй. Это приправа для курицы, будут итальянские приправы немножко, соевого соуса добавлю, морковочку и лучок. И свои ножки помыли их, и сейчас начнем их обрабатывать. Обрезаем вот это вот, надрезаем полностью до сухожилий, до самой кости. Кожу и сухожилия. Потом берем эту косточку, вот так вот делаем и резким движением, упирая, ножки мы все вывернули, вот с косточкой такой. Теперь мы солим, перчим. Хорошо проперчилось, обложили помидорками. Добавили морковки, чтобы было сочнее. Ставим в духовку на 30 минут при 180 градусах.